Спорт. В каждый двор. В Самаре на улице Демократической появилось собственное футбольное поле по программе «Комфортная городская среда». Юные спортсмены сразу устроили тест-драйв спортивной площадки. Теперь планируют проводить матчи дворовых команд. Обо всем поподробнее Татьяна Подова. Звонкий смех теперь звучит здесь с утра до вечера. Во дворе на улице Демократической появилось футбольное поле. Погонять мяч приходят семьями и объединяются в команды. Я нашел себе хороших друзей, которые могут со мной в любое время поиграть в футбол. Еще несколько месяцев назад здесь был пустырь, на котором выгуливали собак. Активные жители узнали о приоритетной программе формирования комфортной городской среды. Собрали необходимые документы и попали в число участников. Заявка была подана в прошлом году жителями, активными жителями, по адресу Ташкентская, 246А, поддержана жителями других близлежащих домов. Ход работ от проекта до последнего гвоздя контролируют жители. Качество работ как? Ребята стараются. Очень, кстати, подход очень хороший. Самое главное, чтобы ничего не потерялось. Вот я переживаю, вот, и поэтому постоянно практически нахожусь здесь, прихожу сюда. Спортивная площадка выполнена по всем стандартам. Современная и безопасная. Размер 40 на 60 метров. Ограждение, которое удерживает удары от мячей и свободно пропускает свет и воздух. Газон засыпан песком, чтобы не только продлить срок эксплуатации, но и позаботиться о суставах спортсменов. Хорошее поле, хорошее покрытие футбольное. Не скользит. Футбольная площадка почти готова. Осталось укрепить стойки ограждения и поменять освещение. Вечерами здесь подростки очень здорово играют. Мы иногда даже наблюдаем, какие-то команды соревнуются. Очень весело приходить и болеть за какую-то команду. При входе на футбольное поле разместят расписание, чтобы жители знали, когда какая дворовая команда будет играть. Рядом с футбольным полем подрядная организация устанавливает тренажеры. Заняться фитнесом на свежем воздухе можно будет уже с 1 сентября. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губернии.